Зависимость молодого Вермеера от разнообразных художественных влияний, сближение его с искусством работавших в Дельфте мастеров, составили лишь те внешние импульсы, которые способствовали сложению его собственного творчества. Кажется, что он вошел в большое искусство, не зная периода ученичества. Природа наделила Вермеера исключительно щедрым и сильным талантом. Он пересекает 20-летний рубеж жизни и смело обращается к крупным картинам разных жанров – мифологическому, «Диана с нимфами», религиозному, «Христос в доме Марфы и Марии», бытовой картине «Услуги». В двух первых полотнах художник обогащает идеальную традицию итальянской живописи непосредственным и живым чувством натуры. Это качество получает исключительно яркое развитие в картине «Усводни». В приемах крупномасштабной композиции с высоким горизонтом и группой фигур в натуральный рост художник использовал приемы голландских последователей Караваджо, успешно работавших в Утрехте в начале 17 века. Картина одного из них, Дирка ван Баберена, со схожим сюжетом, хранилась в доме Вермеера. Тема продажной любви, подчас с оттенком морализирования, получила широкое распространение в голландской жанровой живописи. Но Вермеер создал единственную в своем роде картину. Впервые столь приземленный сюжет был решен им в монументальных формах высокого искусства. Его произведение уникально по целостности, полноправности и естественности характеров, мощному чувству жизнерадостности, силе и яркости живописи. Здесь проявилось столь отличающее его творчество стремление к простоте, легкости, отточенности образа. Подвыпивший кавалер в ярко-киноварной куртке и съехавшей на бок шляпе грубо обнял слегка захмелевшую миловидную девушку и кладет в ее открытую ладонь золотую монету. Слева музыкант с лютней в старинном черно-белом костюме. Обязательный персонаж караваджистских полотен, участник празднеств и пиршеств. Выглядывающая из-за плеча кавалера старуха Своди в черном платке с быстрым, алчным и полным неподдельного любопытства взглядом охарактеризована живо и вместе с тем сдержанно, без малейшего шаржирования. В картине вообще отсутствует назидательность. Используя интенсивный цветовой контраст широких плоскостей ярко-красного, лимонно-желтого, зеленого, белого и черного, художник обнаруживает редкий декоративный дар. Своего рода пьедесталом для группы служит спускающийся вниз тяжелый великолепный ковер с узором золотисто-коричневых, желтых и красных пятен. Картина Вермеера – настоящая радость для глаз. Следует представить себе, что ему всего 24 года, его ждет блестящее будущее. Но в творчестве молодого мастера это полотно оказалось единственным. Его дата – 1656 год – стала своего рода переломной. В силу целого рода обстоятельств, связанных прежде всего с закономерностями формирования художественного процесса в голландском обществе, художник вынужден был обратиться к традиционным формам популярной, пользующейся широким спросом современной малоформатной картины бытового жанра.